Ежегодный конкурс ораторского мастерства вновь прошел в стенах Казанского федерального университета. Тему продолжит наш корреспондент. Русская народная сказка «Чудесная лопаточка». Казанский федеральный университет вновь стал организатором ежегодного конкурса ораторского мастерства «Русское слово». Данное мероприятие проводится не первый год, поэтому организаторы с особой радостью приветствуют всех участников. Хочется отметить, что участие принимали не только студенты, но и ученики средних и старших классов. Дрение отдельного предмета в школах под названием «Ораторское мастерство» является неплохой идеей, так как ученики со школьной скамьи будут учиться грамотно и четко формулировать свои мысли, расширять кругозор и не бояться выступать на широкую аудиторию. Развитие навыков устной речи очень важно. Если введут, может быть, риторику, да, может быть, русскую словесность, да, или в рамках кружка вот эти занятия, как раз развитие ораторского мастерства, мне кажется, это не будет лишним. Конкурс ораторского мастерства «Русское слово» определенно стал хорошей традицией в рамках ежегодного молодежно-научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню русского языка. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.